Всем привет. Сегодня я буду слушать Элимейта. Я помню, как-то я давно его послушала. Мне кажется, один раз я его слушала, и вообще он там меня поразил какой-то оригинальностью. Ну, давайте еще раз убедимся в этом или не убедимся. Итак, Элимейт в рушке. Своим, а для чужих закон. Но как уехав, я оставлю страну мою на вас, мудаков. Мы живем же в бражке, у власти здесь лишь пружки. Мы любим ее страшно, дихаем ее тучи. Мы живем же в бражке, в одном мы только дружны. Не дадим ни нашим учить нас, как жить лучше. Мы живем же в бражке, у власти здесь лишь пружки. Мы любим ее страшно. Мы всем народом, дорог народе ж очень много. Бедняк приходит часто к Богу, богач уходит от налога. Чиновник вышел из народа, но вышел ли хоть раз народ? Что до сидим торчит в работу, с едва прожиточным доходом. Кто-то скажет, был бы случай, я так же бы стянул из кучи. Не раз бывал уж этот случай, и я не стал все как и в луч. Но мне нашли замену мигом, за это мне так и обидно. Система просто стала лимбом, портфели носят лишь для вида. Новый законопроект ведет снова новый оброк. Опять что-то нам запретит, и страшно, что с этим мы свыклись. Давай отключи интернет, давай отключи микрофон, давай отключи этот бит, но как ты отключишь мне мысли? Мы живем же в бражке, у власти здесь лишь... Интересненько, хочу сказать. Дихаем ее тучи. Мы живем же в бражке, в одном мы только дружны. Не дадим ни нашим учить нас, как жить лучше. Мы живем же в бражке, у власти здесь лишь дружки. Мы любим ее страшно. Дихаем ее тучи. Мы живем же в бражке. Мы любим себя послушны. Здесь многим очень тяжко. И вряд ли будет. Ну, вот очередная песенка протеста. Причем вот песенка протест, та, которая... Вот мне нравится такая песенка протест, потому что... Ну, то есть нет совершенной страны. Ни одна страна не может похвастаться тем, что там круто. Мы можем говорить о том, что круто, только сидя в этой стране, и глядя со стороны, как там круто. Те, кто живут там, так не считают. Вот, поэтому вот как бы нет совершенной страны. И если мы поднимаем какие-то свои проблемы нашей страны, то мы должны это делать достаточно аккуратно. Аккуратно только потому, что, ну, то есть не хаять свою страну, потому что она есть, наша страна. И оскорбляя ее, мы
как бы ее унижаем перед другими, понимаете, вот это вот неправильно, я считаю. Вот. Но говорить о плохое, да, ну там какие-то свои проблемы, мы должны и обязаны, чтобы нас услышали там. Если мы к чему-то призываем, то мы должны не просто призвать, а предложить что-то, да? А если у нас нет с вами мысли, как изменить свою страну лучшую, то лучше, знаете, кроме революции, если предложить вам нечего, то лучше и не предлагать. А еще вот. Нам нужно соответствовать тому, чего, как мы хотим жить. А да. У нас люди не соответствуют чаще всего. Да, у нас люди многое хотят от власти, но сами пальцем не пошевелят. Даже не власти. Многие люди хотят жить, как в Европе, а процентов 90... Мусор не могут до мусорки донести. Во-во-во, быдлом, блин. Да, бросаем непонятно куда. А потом говорим, а что это такая власть у нас не убирает ничего. Ну так сами убирайте, друзья мои. Мы даже мусор не можем в ведро вынести или положить по разным ведрам. Поэтому тут что тут говорить про власть? Мы сами не умеем. Вот, ну ладно, это так, что-то мы много говорим. Вот, но здесь вот именно это все был подход к тому, что я услышала. Да, ну, надо приукрашивать свою страну, надо говорить, что она хорошая, иначе чё ж совсем-то все плохо. Вот, но здесь вот как бы, вот именно здесь вот хорошо было преподнесено. Тут и все было с подтекстом и с подволь. А вот, ну, как про наши, да, СМИ, там, средства массовой информации. И везде такие полунамеки, какие-то такие моменты, которые вот не оскорбляют да, меня как россиянина, да. А поэтому я считаю, что вот таких мне тогда Нойз понравился. Тоже там было вот в этой серии. Тут тоже было по-своему здорово. Поэтому я вот приветствую именно такое исполнение. И попыталась вам донести, почему к некоторым исполнителям я говорю здорово, а некоторые говорю не нравится, идите там, где вам больше нравится жить. Ну, вот, друзья мои. Потому что одно дело оскорблять, другое дело просто, ну, так это самое, намекать, что хотелось бы, чтобы было в этом случае получше. А вот мы все с вами взрослые люди и поняли, о чем тут. И хорошо, что такое. Творчество тоже бывает. Всем пока!